100 золотых мест Красноярска. Красноярская краевая филармония. Пять причин, по которым обязательно нужно попасть в Красноярскую филармонию. Во-первых, Красноярская филармония – крупнейший музыкальный кластер Сибири, да и всего Дальнего Востока. У нас великолепные залы, полные удивительного творческого содержания. Это и театр, и музыка, и танец, джаз. Это место, где живет настоящий звук. Малый концертный зал давно известен своей репутацией как лучшее акустическое место в городе. Большой концертный зал, обнимающий публику своим уютным обаянием и красным мягким цветом, принимает как лучшие красноярские коллективы, так и звезд сцены со всего мира. Одна из причин побывать здесь – это концертные представления ансамбля танца Сибири имени Михаила Семеновича Гаденко. Удивительная хореография, ради которой к нам приезжают гости со всей страны и которые рукоплещут в лучших концертных площадках по всему миру. Симфонический оркестр – это обычно сердце концертного зала. Широкий репертуар, состав порядка 100 человек. Музыкальные инструменты, которые в этом сезоне, я надеюсь, пройдут важный период обновления, создают звук, настоящий звук, который проникает в душу даже самого неискушенного слушателя. Нужно упомянуть органный зал. Да, он немного в стороне от нашего основного комплекса, но это уникальное место с готической атмосферой, единственным духовым органом в крае. Чешский Ригер Клосс уже многие годы радует несколько поколений красноярцев. А Андрей Бардин со своим художественным видением создает для зала особенную программу, которая всегда найдет чем удивить слушателя. Так что милости просим в наш гостеприимный дом музыки. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».